Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Я как-то никогда особо не задумывался о юбилеях. Но тем не менее, какая-то, знаете, внутренняя мысль такая о неком подведении итогов своей жизни и чего-то там отмечания. Ну, в данном случае 70 лет. И я вот, так сказать, объявляю прием от людей, которые получили те или иные положительные результаты в результате применения там методик по моим там книгам. Вот, можете высказывать свои пожелания, так называемый флешмоб или, так сказать, отчет времени до 70-летнего юбилея объявляю открытым. Юбилей 20 сентября этого года. 70 лет исполняется. До этой круглой даты остается 153 дня. Отсчет открыт. Так что пишите, рассказывайте свои истории, связанные с книгами, связанные с методиками, вообще связанные со мной. Я думаю, все ваши истории как-то обработать и сделать книжицу. Так как я только могу делать книги в электронном виде, то как раз вот я и сделаю. А теперь, что бы я еще хотел сказать, это о том, что вы можете приобрести мои книги, так как почта, увы, плохо работает. Ну, вообще там уничтожили почту, никакой зарплаты, почтальонов нету, эти сидят там. Ну, ерунда, короче. Итак, вы можете по приемлемым ценам на Озоне приобрести мои книги. Это уже распространяет мой сын, то, что осталось. Значит, уникальная книга по голоданию. Такой работы, так как я, прежде чем написать свою книгу, знакомился с работами других авторов, я такой работы не встречал. То есть это как раз пособие по тому, как голодать, теория, практика и в каких случаях голодание там помогает. Итак, ссылочка про голодание, вот она будет там внизу. Дальше что мы идем. Еще одно. Значит, помощь занимающимся по системе Генеши. Толстая книга. Вот можете вы себе представить, сколько приходило отзывов в 90-е годы, начиная где-то с 1993 по 2000-е примерно годы, что было огромное количество писем, отзывов, что кто делал, что у них получалось, какие результаты. С чем они сталкивались, и я вот как раз в этой книжечке и разобрал. Опять-таки, ссылочка, вот она, можете приобрести на Озоне. Ну, давайте дальше поедем. Полная энциклопедия оздоровления. Полная энциклопедия оздоровления – это книга, которая сделана, конечно, на основании моих книг, но ее составили издатели. То есть, издатели посчитали, что вот им надо энциклопедию. То есть в то время, где-то 2000-е, начало 2000-х годов, было вот в моде издавать энциклопедию. И вот решили издать на основании моих книг полную энциклопедию оздоровления. Опять-таки можете приобрести на Озоне. Кстати, а вот уникальная книга, я ее считаю, для молодых людей, и она в свое время пользовалась большим спросом, и вот у меня много ее осталось. Это книга «Интимные нормы и здоровье». Вот она ссылочка, вы ее можете приобрести на Озоне. Ага. Вот смотрите, но это кому повезет. Уникальнейшая книга «Золотые правила питания». По-моему, их осталось очень мало экземпляров. И вы по этой ссылке можете приобрести. Парень Шхагоши, как тебя зовут, все его знают.
все его любят. Не без основа, ба-ба-ба-ба-ба-не. Так что моя затея с распространением книг через почту еще как-то провалилась. Какие-то требования пришло, что невозможно. Ну вот тут пишет ссылочка, золотые правила питания, это еще осталось. Ух, спешите! Книга редчайшая. Паренька Гоши, как тебя зовут? Все его знают, все... Ага, вот еще. Что тут у нас пишут? Кто-то пишет. Ага, кто-то пишет, Александр Безруков. Хочет снять интервью с Геннадием Малаховым, чтобы выразить благодарность за его вклад в мое оздоровление и дать пример современным молодым людям о важности знаний, которые несут Геннадий. Я артист музыкального жанра хип-хоп и снимаю интервью с интересными людьми. Мой инстаграм, буду рад контактам и так далее. Но я снимаю тут, знаете, я особо не иду ни на какие контакты. Потому что это распыление. Вы сосредоточились и работаете. Иначе вот там, вот здесь, а свое все это дело стоит. Мы хотим взять его с интервью для журнала об электронике. Савина Мария. Мне неинтересно. Мне эти вещи неинтересны. Я занимаюсь своими делами. Столько материала выложено. Хо-хо-хо. Берите, да, и это. Использовать. Это ссылочки на уже экстракт кожуры и косточки красная награда. Корней одуванчика, кстати, хорошая вещь. Корней лопуха тоже прекрасная вещь. Я сейчас лично вот это самое, одуванчик ем. Я уже вам сделал видосик по теме одуванчика. И как раз сейчас одуванчик созревает, я примерно 5-7 головок в желтеньких этих цветочков снимаю. В блендер примерно 100 граммов компотика. И так хорошо идет. Ну что, на этом давайте мы закончим. Паренька Гоши, как тебя зовут? Итак, флешмоб, посвященный моему юбилею. Начинаем отчет. До 70-летия Светоча остается 153 дня. Ваши пожелания, ваши поздравления, ваш опыт оздоровления, ну и все, что вы считаете нужным. Пишите. Это будет действительно какое-то хорошее подведение большого жизненного этапа.